Tengo Jesús Beef Chicken. Entonces ya copié esta prueba ayer. Показывай. Добрый. Если на бургер сыр. Да покажи нам бургер. В чем ты там внутри не видишь? Ты купила маффин, кофе и немножко купил себе молочные коктейли. Все это удовольствие нам вышло. 1044. Приятного аппетита! Спасибо. Мы сидим в Чикине на Комсомольском проспекте, недалеко от Октябрьской площади. Кафешка. А, кстати, вот там вот кофточка, кофточка. Ничего не осталось. Ну-ка, что тут написано такое интересное? Реклама. Ребята по-английски. Попробуй вкусные пальчики. Удобно взять с собой. Сан-Диего. Что там написано? Я заслужила эту курицу, только моя. Я никогда не делаю, и не делаю. Почему мы сам не thank you.
советов. Это областной дом советов. Теперь уже краевой. Типа так это сделано. Это Колизей. Актерам Колизей снима. Это ему пойдет. Мама некрасивая, дядя. Ничего страшного. Нормальные дяди и тетя. А вот это вот наш... Он приятный. Какая разница.